Дятел, ребят. Не пойму. А нет. Слышу, стучит, но... Не пойму, что за птичка. Такая красивая. Не дятел. Хоп, спрятался. Думает, нафиг ты мне нужен. Снимать меня. О, появился. Ищет там червячков, наверное. Завтракает. Сейчас увидит, испугается. А может, так кушать хочет, что... Хоп-хоп. Или это не дятел, не пойму. Может, это я дятел. Ну, похож, ребят, на дятла. Я не эксперт в птицах. Но такое оперение красивое. Сзади хвост ярко-красный. Хоп-хоп-хоп. Передвигается. Видать, там червячков много или чего. Не пойму. Насекомые какие-то. Ну, скорее всего, дятел. Постукиваю, так не знаю, слышно вам или нет. То я сразу подумал, может, он дупло себе начинает делать. А потом думаю, на такой тонкой, на таком тонком стволе кто ж будет делать. А он кушает 100%. Красивый такой, жалко, что ближе не могу заснять. Хоп-хоп, все выше и выше поднимается. Может, там мошки какие-то. Оп, на это дерево пересел. Сегодня тоже такая погода классная. Небо голубое-голубое. 1 ноября, ребят. Всем добра, как всегда, желаю. Оп, даже покакал. Ну, на удачу. Когда я такое слово сказал, оп, полетел, короче. Полетел дальше кушать. В общем, всем здоровья, добра, мирного неба и хорошего настроения. Спасибо за просмотр.